Кандидат на участие в Олимпийских играх, 19-летняя одесситка Даяна Ястремская вышла в полуфинал турнира в австрийской Аделаиде. Об этом сообщает отделение Национального олимпийского комитета Украины в Одесской области. Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу во втором круге на турнире в Аделаиде. Соперницей Ястремской была экс-первая ракетка мира Анжелик Гербер из Германии. На этом победы девушки не закончились. В четвертьфинале турнира одесская теннисистка, которая является 24-й в мировой классификации, взяла верх над 20-й ракеткой мира Доной Вейкич из Хорватии. Украинка впервые в одном турнире обыграла уже двух соперниц из топ-20 рейтинга и дебютирует в полуфиналах на соревнованиях в серии премьер. В 1/2 финала Даяна Ястремская сыграет с белорусской Ариной Соболенко.